Hello, my friends! И вы на канале «Английский для начальной школы». Мы с вами продолжаем изучать английский алфавит. На прошлом занятии мы с вами прошли 4 новые буквы. Это у нас была буква N, N, O, P. Сегодня мы с вами пройдем еще 5 букв, но прежде чем я о них вам расскажу и познакомлю вас с ними, мы с вами повторим весь наш алфавит, все буквы, которые мы с вами уже выучили, потому что наша главная задача с вами – довести буквы до автоматизма. Поехали! Вместе со мной повторяем A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Обратно. P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Сейчас мы с вами в столбике их повторим, те буквы, которые мы уже с вами выучили. B, F, J, N. Вверх поднимаемся по лесенке. N, J, F, B. A, E, I, M. M, I, E, A. D, H, L, P. P, L, H, D. C, G, K, O. O, K, G, C. Молодцы, у вас здорово получается. Не забывайте каждый день повторять. Сегодня я вас познакомлю с новыми буквами. Итак, какие же будут это буквы? Правильно, это будет следующая буква Q, буква A, S, T и буква U. U – это моя буква. Давайте повторим вместе. Q, A, S, T, U. В обратном направлении. U, T, S, A, Q. Молодцы. Через один. Q, S, U. U, S, Q. A, T, T, A. Q, U, A, S, T. Разбежались буковки. T, U, S, A, Q. Молодцы. Повторяем, не забываем каждый день повторять. Главное их довести до автоматизма. В следующем видео мы с вами разберем написание этих букв. Всего доброго, bye-bye!